вопросов. Вчера вечером, сегодня красивый солнечный день, а температура воздуха прогрелась до плюс 3. Я тут у памятника свободы. Ничего не говорит о том, что сегодня преддверие старого Нового года. Возможно, кто-то в Риге его и отмечает, но на этой площади тут проходит выставка, посвященная баррикадам, а вернее времени, когда Латвия боролась за свою независимость. Я тоже участник, правда, не прямой. Я отправляла делегацию своих депутатов и людей из своего самоуправления на баррикады. И я очень рада, что Латвия получила свою независимость и развивается как одна из стран Европейского Союза. Тут как раз на площади размещена выставка, посвященная участникам баррикад. И очень интересно, что я сама участвовала в этих событиях в то время. А наша делегация из нашего самоуправления, они охраняли кабинет министров. Я хочу вспомнить о тех, кто не мог поучаствовать физически в баррикадах и не мог приехать в Ригу, но из всех уголков Латвии сюда присылали еду, крестьянские хозяйства, присылали теплые носки, обувь. Люди, которые живут в Риге, приносили кофе и чай, поддерживали тех людей, которые стояли на баррикадах и боролись за независимость нашей страны. Во время баррикад я была председателем Правлинского сельского совета, и мы отправляли своих депутатов автобусами, людей из нашего сельского совета отправляли в то время в Ригу на баррикады, а сами депутаты, у нас были круглосуточные дежурства в волости на тот случай, если что-то случалось или нужна была какая-то помощь. Мы рады, что в Латвии время баррикад прошло довольно мирно, потому что в нашем случае потери человеческие были не такие большие. И я сейчас вас сведу на это место и покажу, где происходили события, и покажу памятные камни с надгробными плитами наших патриотов, кто, к сожалению, удивительные люди, которые, к сожалению, во время перестрелки погибли. В этом месте происходил обстрел. Вот это здание, которое вы там видите, здание принадлежало Министерству внутренних дел Латвии. И борьба между сторонниками независимости Латвии и ОМОНовцами происходила именно вот здесь, на Бастионной горке. Вот там Бастионная горка, она разделена каналом Рижским. Когда-то это была речушка Ридзен. Именно вот в этом месте, где стоит памятный камень, погиб кинорежиссер и оператор Андрис Слапинч. Владимир Гаманов, который был в то время старшим лейтенантом в милиции, застрелен вот здесь, в этом месте. Обстрел происходил вот из этого здания, которое в те времена принадлежало Министерству внутренних дел. И вот здесь погиб ученик Эдейс Рекстинч. Он был застрелен тоже 20 января. Я стою на фоне фотографии, на которой видны участники баррикад, которые охраняли кабинет министров Латвийской ССР в то время. Одним из участников был также мой муж Игорь Школьный, политически репрессированный. Вы видите, его он там стоит рядом с флагом, с латвийским флагом. Рядом с ним также депутаты Правлинской волости. Я очень рада, что я вылезла прогуляться по улочкам Риги и могу поделиться с вами вот своими впечатлениями и получить это ощущение того, что баррикады, что наша борьба, наши протесты, наше участие в этих баррикадах, кто как мог. В то время люди не только выезжали на баррикады, были те, кто
стояли у костров, были в Риге, охраняли главное здание нашей страны, кабинет министров, парламент. Вот тут за мной, прямо на Домской площади, латвийское радио, отсюда проходило все вещание, люди получали информацию, что происходит в стране. 30 лет страна изменилась. И поэтому я хочу начать серию своих документальных фильмов. Наверное, начну я ее именно с видеоматериала по баррикадам, по 91-му году, по январю, по событиям. В то время мы совершенно не были уверены в том, что мы эту независимость получим, и участвовали в разных мероприятиях, стояли на баррикадах, создавали Балтийский путь, боролись за независимость своей страны. Были молодыми, были горячими. Ну, в общем-то, получили независимость, и сейчас живем в Республике Латвия, наша республика парламентская, являемся членами Европейского Союза, у нас валюта евро, а также мы вступили в НАТО. Я не поддерживаю войны, я абсолютный пацифист. Я хочу поздравить нас всех с тем, что мы выдержали, выстояли во время баррикады, что мы получили независимость своей страны. И сейчас люди живут в Республике Латвия. Республика развивается, как и любая страна. По-разному люди очень часто недовольны своими правительствами, но это только потому, что люди хотят жить лучше и еще лучше и еще лучше. Я очень рада, что я была участником этих событий, и сегодня могу вам сделать этот маленький репортаж с Домской площади, где проходит выставка участникам баррикад, январских баррикад 1991 года.